Приехали добить пляж, но что-то с погодой сегодня не повезло. По такой волне я точно в воду не полезу. Придется по суше ходить. Искуп починил, теперь не болтается. Чопик забил. Спасибо за коммент. Искуп готов. Всем привет! Вы смотрите канал Азов Диггер. Да, сегодня у нас штормит просто задница. Гляньте, какая волна. Аж сюда к отбойнику подошла. Вот это здесь ночью штормило. Опупеть. Ну, как вы поняли, в воду я по такому шторму не полезу. Это нереально копать. Ну, походим по пляжику. Посмотрим, ой, что выкинуло. А пока ходим, подписывайтесь на канал, потому что без подписки смотрит 90% зрителей канала. Идем искать. Даже лодку выкинуло на берег. Первый сигнал. 10 копеек. Вот такая гильза вылезла. Потом глянем, какой год. И как всегда крышечка, куда же без нее. Три копейки СССР, 71-й. Пятьдесят российских копеек. Убитые наглухо. Гривна. 19-й год, а уже ржавеет. Мусор скоро будет. Вот это дует. Мидии повыкидывала. Рыбацкий грузик. Ржавеечка. Копеечка. Год непонятный. Сгнила. Десюлик под вид пляжный. Две убитые копейки 71-го. Пенная вечеринка. Опять советская крышка от водки.
3 убитые копейки. Пол копейки с СССР. Кто-то отгрыз вторую половину. Кто-то уже искал с 45-м растоптанным. Еще одна гильза попалась. Протрем, посмотрим, какой год. Еще одна беленькая попалась. Алтосик 92-го. Двадцать пять убитые копейки. Монета СССР 61-й. Бижутуха не ценная, но находка. Очередной полтосик. Крышечка с подводки. Красивая. Старая пачка из-под сигарет с фольгой внутри. 20 копеек 62-го повыкидывала на пляж. Две слипшиеся монеты. Залипуха. Медная пластинка. Оплавленный кусок алюминия. Очередная медная проволока. Кусочек свинца. Шмурдячок. Куда ж без него? И снова 10 копеек. Фольгушка. Очередная фольгушка. Вот и отрылись на сегодня. Хорош. Шторм все усиливается. Шмурдяка накопали. Ну, сейчас покажу. Так что после шторма приедем изучать дальше это место. Там автосоюз понамывало хорошо. А теперь рубрика находки. Вот столько у нас шмурдячка. Свинца. Крышечек и разной хрени. Гвозди, чего только нет. Ужас. Мелочь. Украинская союзная залипуха интересная. Две двухкопеечные 56-го. Потом почищу, посмотрю. И две гильзы. Одна гильза написана вот 1940-й, и вторая чуть поменьше 38-го.
гильзы. Шмордячок и монитосы. И штормит. Ничего. И такое бывает на море. Подписываемся на канал, ставим лайкосы, колокольчик. До новых встреч. Пока-пока.